Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий, это Илья, и мы начинаем в Анапе сезон распродаж или ограниченных продаж всего того, что осталось из жилья. Так как новых строек на стадии, говорится, котлована сейчас прикупить у вас не получится, поэтому мы расскажем о тех возможностях, которые есть в ЖК времена года. Поговорим сейчас немножечко о плюсах-минусах, посмотрим на этот ЖК со стороны, и потом пройдем, посмотрим, что там внутри. Здравствуй, Илья! Всем привет! Меня зовут Илья, я представляю компанию «Рейтинг новостроек». Мы уже много лет занимаемся недвижимостью в городе Анапа и делаем комплексный ремонт под ключ. Да, сегодня мы приехали на жилой комплекс «Времена года», наверное, потому что я на протяжении там, 2 лет жил в этом комплексе и могу сказать точно, что мне здесь нравится, что не нравится. Ну и ты, Юр, я думаю, там, ну, делаешь ремонт постоянно здесь, да, находишься, как бы, и тоже можешь, ну, сказать свое мнение, да, о том, да, как оно здесь. И не только свое мнение, а вообще высказать, почему у меня квартира, допустим, именно в этом ЖК. Итак, смотрите, я выбирал этот ЖК именно потому, что я искал себе жилье, вот, куда я хочу переехать из Витязева. Да, почему хотел переехать? Потому что я живу там, в принципе, в курортной зоне, километр до моря, и это минус для ПМЖ. Почему? Потому что постоянный шум, хотелось тишины, спокойствия. И я в этом ЖК, в принципе, нашел все вот эти вот вместе, вкупе, так сказать, плюсы для себя. Здесь выбор был покупкой квартиры либо на поле, да, все говорили о том, что там, возможно, появится парк, город, сад, там будет дальше там малоэтажное строительство. Но я сразу понимал, что нет, в Анапе это невозможно, нереально, как бы нам кто не обещал это. И поэтому я выбрал как бы в эту сторону, чтобы смотреть на анапские закаты, свои окошки. Кто видел мои квартиры, те понимают, наверное, о чем я говорю. Давайте из плюсов. То есть это тишина для меня. То есть здесь действительно как бы тихо. Вот сейчас рядышком с нами, там вот на поле идет даже строительство нового комплекса, но в нем нет, да, квартир не будет продаваться. До следующего года нет, не будет точно. Не будет старта продаж, поэтому нет смысла о нем говорить. Вот стройка идет, то есть мы, в принципе, все равно стоим в тишине. То есть дома как-то здесь спроектированы так, может, конечно, особенность, то, что получилось, как бы улица тишины и красоты. То есть вот и в моем плане, вот я у себя вот сегодня с Ильей, мы были на квартире, да, то есть мы, в принципе, закрываем окна, и просто идеальная тишина. Для меня, поверьте, это просто самый кайф, который только может быть в жизни. Второе, здесь, когда достроится, будет выезд у нас на, получается, с улицы Мирной, выезд будет в сторону кладбища. Один сейчас, второй у нас перепланируют, и выезд идет на Анапское шоссе. То есть мы можем выехать и сюда, в микрорайоны города, то есть поближе к Красной площади, и в то же время можем оказаться, наоборот, ближе туда, к Анапскому шоссе, где у нас гипермаркеты наши расположены. То есть получить транспортную доступность для меня была как бы тоже показательной. Вот сзади меня сейчас, вы видите, это, кстати, вот не времена года, это ЖК «Радуга» находится. Через него есть проход из этого ЖК, который направлен в сторону школы номер 4, так как мы думаем о том, что там семья, будут дети, да, и чтобы было поближе ходить к школе, это тоже один из плюсов. Довольно-таки недалеко, наверное, в районе километра находится данная школа, там есть пешеходные переходы, причем со светофорами, может ребенок, допустим, спокойно туда пройти. Это не как я всю свою жизнь из Витязева ездил в Анапу в школу. Ну, так случилось. Хотели, считали, что образование в городе лучше, чем в поселке Витязева, и поэтому меня туда отдали. И для меня это было прям большой проблемой прокатиться в этом направлении. Ну, тяжело, честно. Вот сейчас я уже думаю о том, что вот это будет плюсиком. Детские сады. Ближайшие, наверное, находятся у нас на пересечении вот улицы Шевченко с Анапским шоссе, с улицей... ну, там, в общем, там не находится. Перебью, возле 4-й школы есть детский садик. Ближе, да, получается. Возле 4-й школы, значит. Можно либо туда, получается, либо то. Ну, в принципе, мне кажется, на то выходит по расстоянию. Нет, 4-й будет ближе. Да, то есть возле 4-й школы садик и 2-й там. То есть уже 2 садика. 3-й садик у нас есть возле ЖК «Черное море». Он уже построен, уже функционирует, его отдали. О, кстати, солнышко как лучше, надо вот так вот становиться, так будет теплее гораздо и комфортнее даже разговаривать. Это в тени, да? Да. Да, его отдали муниципалитету, все верно. То есть вот вам ближайшее расположение 3 детских садов. Попасть в Анапе в детские сады практически нереально, но говорят, за Черное море туда все, кто хотели, уже попали. То есть это тоже уже плюсик, да, этого ЖК. Здесь по сравнению с другими ЖК,
языка города-курорта Анапа очень много парковочных мест. Вот просто если сравнивать со всеми ЖК, здесь их много. Если говорить о том, что достаточно, нет. То есть, когда заселится целиком весь этот комплекс, здесь мест будет, ну, не всем будет хватать, правильно сказать. Ну, тут есть рядом торговые центры, на которых можно припарковаться, заправки там две. То есть, ну, при желании машину в ближайшем расположении поставить можно. Плюс я еще рассматривал возможность, ну, я сейчас скажу, потом хрен когда куплю, отвечаю. Ну, в общем, вообще вот в каких-то дальнейших планах было возможно, что тут рядышком находятся разные ГСК, и можно прикупить, допустим, свой гараж, туда сложить свой хлам. Это действительно, то есть так, вот у нас там за ЖК «Радуга» есть гаражные кооперативы, есть в сторону вот как раз-таки по Мирной сюда выезд на дорогу, которая идет к кладбищу, да, там можно выехать, и там гаражные кооперативы находятся. То есть ценник гаража в этом районе одноэтажного в районе 500 000. Это сопоставимо реально с парковочным местом, которое продается в ЖК 1, 2, 3. То есть при отсутствии парковок и наличии там этих гаражей. Поэтому, допустим, этот, как сказать, жилой комплекс мне был более перспективный в плане даже парковки. Многие знают, что у меня проблемы, да, вот с этим, что мне там режут резину, так как я очень-очень сильно ратую за наши дюны пески. И, второе, вот, и это вот наличие, да, парковочных мест, или третье, я уже даже запутался в этих, это плюс. Доступность магазинов больших, то есть здесь у нас наискосок находится Пятерочка большущая, всякие рынки, то есть до Южного можно браться, здесь у нас на Солдатских матерей находится. Также можно через ЖК пройти, через этот, либо у нас там еще один проход появился, как раз таки мимо гаражного кооператива, мимо как ДПС находится у нас там, и выйти на улицу Солдатских матерей, там находится у нас привоз. То есть свежие кубанские продукты от производителей постоянно. Не привоз, а именно постоянно. Они каждый день там продают. Плюс разнообразные магазины строительные и так далее. То есть тоже там есть. То есть наличие инфраструктуры торговой здесь присутствует полностью. Сейчас мы узнали, что вот буквально за этим забором, вот на углу того красненького здания, будет строиться целый торговый ряд тоже магазинов. То есть это еще ближе. Потому что мы... Ну, что там будет, да, как бы еще неизвестно, но я планирую, что в любом случае, как бы, ну, здесь необходимость магазина, если человек, занимающийся бизнесом, заинтересован в этом, то он, я думаю, ну, выберет эту стезю, потому что, ну, ближайшего магазина тут пока нету. Да, вот именно Илья сразу мне сказал, ты говорит, знаешь, тут какая большая была проблема, говорит, я не знал, куда сходить в магазин, после того, как у нас приехал наш Юрий Поляков, сказал, что здесь у вас будет дорога проездная, и закрыл попутно магазин, который был у нас в ГСК, там гараж был переделан под магазин, и Илья говорит, что там постоянно стояли именно, как говорится, люди, которые пытались прикупить, так сказать, хлебушка, сольки, пивасика в доступном... Я часто туда ходил, да. Вот, Илья, ему, пожалуйста, как... Самое главное. У тебя, кстати, минусов потом не останется, после того, как я все плюсы наговорю. Я тебе из твоих плюсов потом минусы сделаю. Ну, по-своему взгляду. Хорошо, смотрите. Я там сказал сейчас минус, но я говорю только про плюсы. То есть относительно много парковочных мест, плюс перспектива именно получения в гаражном кооперативе, там, допустим, мест, не получения, а покупки. То есть если я говорю, сравнивать с другими местами, да, и возможно, сколько стоит в Черном море парковочное место? Стоило от 300... Ну, в данный момент до 500, потому что закрытая парковка не продавалась. На данный момент я, ну, уже около именно месяца парковки не мониторил. Я думаю, ну, скорее всего, на том же месте она и осталась. Ну, тоже 300-500, а здесь гараж можно было прикупить, но там гаражи далеко. 300 – это минус 2 этажа. То есть, ну, как бы самый-самый такой. То есть, возможность низкий, отопления, низкий, да? Низкий самый... уровень, да, и поэтому он подешевле. 500 – это чуть-чуть повыше. Следующим, тоже сказать, плюсиком – это наличие детских площадок. Вот мы сейчас стоим на одной из них, и практически возле каждого корпуса, тут я смотрю даже вот между вот этими последними корпусами, даже между ними есть детские площадки. В данный момент времени вы видите, что их даже огородили забором из-за того, что здесь вот дороги, люди как бы жаловались, попросили и сделали ограждение забором, но уже жалуются на замки, что они ненадежны на площадках. Но я думаю, это управляющая компания все доделает. То есть наличие разнообразных. То есть не одинаковая, просто где-то стоит одна горка и все. То есть можно каждый день ходить на разную площадку со своими детьми, и им везде будет интересно. Плюс вот даже здесь я вижу, что есть площадка для воркаута. То, чего у нас в Анапе практически нету. Есть футбольная площадка, там баскетбол можно покидать. Очень много детских разнообразных развлечений, на которых детям, поверьте мне, будет интересно проводить свое время. То есть можно даже никуда не уезжать на выходные, а просто походить по площадкам, погулять по территории. И здесь вот возле последнего корпуса мы стоим
говорим, здесь березы посадили, то есть классное озеленение. Я думаю, и в дальнейшем люди тоже будут заниматься тем, что улучшать озеленение данного комплекса, потому что, ну, деревьев здесь бы хотелось бы побольше. Наверное, я думаю, в принципе, еще самый главный плюс – это то, что здесь рядышком находится море. Мы живем в Анапе, и здесь очень часто светит солнце. Поверьте мне, это самый большой плюс, и у меня закатная сторона, а кто-то, наоборот, выберет рассвет. Собственно, это, как говорится, кому что больше нравится, подсыпаться под солнышко или засыпать под уходящие лучи. Ваша очередь, минусы, да? Я подытожу вот немножечко про детские площадки. Я считаю, что это, ну, именно в качестве детских площадок самый уникальный комплекс, потому что здесь есть просто на любой вкус и цвет, там, и канатные площадки, прыгалки, лазилки там. И вот именно застройщик в этом очень молодец, потому что прям реально со всех уголков Анапы, грубо говоря, дети едут сюда. У нас есть жилой комплекс «Раз, два, три», где тоже изобилие там детских площадок, футбольные, баскетбольные, скейт-парки. Но здесь я считаю, что просто они как-то, ну, например, вот у меня есть своя компания, мы хотим там, ну, там, если я там ребенок, например, мы, например, там, мы там, наша площадка. Ну, то есть круто, она как-то разделена, она не вместе. И там Аня у нас, она живет, грубо говоря, там больше, чем за километр. То есть она тоже ездит сюда со своим ребенком поиграть на этих детских площадках. Ну, это круто, это прям очень большой плюс. Да, теперь немножечко о минусах. Вот, ты говорил то, что здесь на самом деле очень тихо. Я просто объясню, я живу в первых домах, я за все не буду говорить, именно за первые дома, которые находятся возле Анапского шоссе. Это зима, который комплекс. Да, это пятиэтажки первые, вот эти вот синенькие. Там с открытыми окнами спать было невозможно, потому что Анапское шоссе – это такая четырехполосная артерия, ну, по которой и днем, и ночью, и утром, ну, просто постоянно ездят машины, и, ну, для меня это было немножечко дискомфортно. Что касается проезжей дороги, ну, все, в остальных домах, я думаю, что эта проблема будет решена, ну, за исключением вот последнего красного, где мы стоим, то есть, ну, он тоже находится возле улицы Мирной. Ну, там все равно нет такого трафика. Такого прям, как там нет, там прям там очень. Же шоссе, у меня самый первый дом к шоссе был, где я жил в первом подъезде, и было шумно, то есть, ну, что касается первых домов, то я именно про тишину не скажу. Со следующими это, ну, проблема вообще никак не касается. Что касается с транспортной доступностью и с этой артерией, это, ну, тоже, вот видишь, для кого-то плюс, для кого-то минус. Я думаю, те квартиры, которые находятся прямо рядом и находятся там на первых этажах, то я думаю, что для них это однозначно минус, потому что, ну, лишняя пыль, которая в любом случае будет подниматься от этих машин, шум как таковой, потому что не все любят там проезжать, там, знаешь, да? Мы дорога. Лежачих полицейских наложим. Я организую здесь людей и будем ставить лежачие полицейские, чтобы любили проезжать тихо, медленно и с расстановкой. Есть же дорога у нас, получается, вот на кладбище Анапского шоссе, но она полностью разбита, и все равно по ней уйма машин. Я никогда ни разу не проехал по ней, чтобы, ну, грубо говоря, там никого не было. Да, это и я уверен на 100%, что да, я буду по этой дороге ездить, грубо говоря, ну, 100%, потому что это намного облегчит те пробки, которые у нас сейчас собираются в районе Восточного рынка, но облегчит для автолюбителей, но не облегчит для жителей. Поэтому, кто именно окна выходит на эту сторону, вот самые первые дома, я думаю, для них это однозначно минус, это лишний шум, это лишние выхлопные газы и как бы пыль. В целом, детские площадки тоже находятся рядом с этой, получается, новой будущей открытой артерией. И хоть и здесь есть там наличие заборов, но все равно там... Безопасность, конечно, хуже будет, чем вот сейчас, вот то, что нет, да, трафика машин. И в дальнейшем что будет, я с тобой согласен здесь. Найдутся такие уникумы, которые, ну, не будут как бы там соблюдать. Причем, я говорю, лежачие полицейские, по-другому здесь никак. И причем чуть ли не через метр. Да? Ну, вот только в этом, ну, как бы можно решить, мне кажется, это. Ну, здесь детей во всем комплексе, как там в полном детском садике или в полной школе, потому что на самом деле 16 домов и еще 2 строятся. Здесь очень много людей, которые будут проживать на данный момент. Так,
Кстати, я еще, знаете, к плюсу не отнес. Здесь, если брать всю Анапу, вот все строящие ЖК, как раз-таки из-за его отдаления немножко подальше, и то, что он строился уже, говорится, долгое время, да, здесь очень большая плотность заселения. Это, поверьте мне, большой плюс. Допустим, даже у меня на этаже, вот в моей половинке, у меня 50%, даже больше, почти 60% квартир там заселены. То есть люди уже проживают, я себя тоже туда вношу, если без меня 50. А бывают вот другие ЖК, ты заходишь, и там в основном люди скупали квартиры просто либо как вложение, либо как для сдачи в летний период. И то есть там летом много, зимой никого. То есть в чем плюс, когда живет много людей? Во-первых, все топятся вокруг тебя, то есть тебе тепло. И, кстати, это очень теплый ЖК. Вот даже он об этом говорит, то есть сравнивая с другими. Я плюсы тоже подмечу. Потому что вот по теплу, мы вот сейчас были у меня в квартире, на улице у нас плюс 8 градусов, не смотрите, что я так легко одет, просто ну, я привык к такой температуре. А мы в квартире хотели снимать куртки, потому что там тепло без отопления, у меня оно не включено. Так, и плюс это почему? Потому что многие люди, допустим, ну, может, у кого-то что-то прорвало, там еще что-нибудь, ну, и так же самое присматривают, да, за всем. Чем больше людей живет, тем, ну, лучше обстановка в доме, поверьте мне. То есть, чем когда дом пустой, на одном этаже одна квартира там заселена, или когда есть все-таки соседи, то есть это все-таки плюс. Продолжайте. Да, это вот как раз вспомнил, сегодня был в Holiday House, и во всем четырехэтажном комплексе, четырех и пяти каскадном, там получается, у управляющей компании сегодня там был, там проживает всего 15 человек, и минус того, что там, ну, как бы не центральное отопление, они все включают, там именно электрическое. Да, я на данный момент там уже сдал одну квартиру, там у меня люди заселились, и без плита невозможно. То есть сплит постоянно включен, но если температура упадет до минус 5, сплит уже нельзя, ну, то есть надо будет что-то придумать. То есть однозначно люди должны жить в доме, дом должен прогреваться, и эта энергоэффективность дома очень сильно повышает. То есть если все будут топить, вы свои батареи не будете на максимум, потому что до них дотронуться невозможно. Но, да, перешел к плюсам, ну это на самом деле, я здесь жил 2 года, я сейчас живу в Бельведере, и это супер теплый дом. Нереально теплый, мы почти именно не включали батареи. Именно ЖК времена года, да. А не Бельведер. А сейчас я живу в Бельведере, у меня площадь чуть поменьше, 33 квадратных метра, и когда мы делали там ремонт, грубо говоря, я подумал, что на 33 квадрата две небольшие батареи, одна в комнате, одна в кухне, хватит. Так получилось, что квартира угловая, дом сам по себе, наверное, не так хорошо утеплен, да не наверное, а точно, как жилой комплекс времена года, и энергоэффективность падает. Там большие ветра, и в квартире реально холодно. Ну, мы включаем сплит-систему, когда на улице плюсовая температура, батареи жарят. Здесь мы выключали батареи, потому что было на самом деле, ну, душно, дышать нечем. Так, давай о минусах. Транспортная доступность. Пока на данный момент открыт один въезд и один выезд. Это мы про машины. И я жил 2 года, и он был открыт тоже один. Ну, сейчас, когда открою второй, наверное, будет... Да не, наверное, точно, немножечко поуютнее, ну, получше, да. И выезд, как и в раз, два, три, как и в жилом комплексе Черном море, не особо удобен, но здесь он максимально неудобен, потому что здесь вот этот индийский перекресток, где постоянно собираются машины, и нету светофора, то есть, ну, таким автолюбителям, ну, у которых мало опыта, там, грубо говоря, там... Очень тяжело, даже мне тяжело пересечь. Супруга моя, вот когда выезжает, она проезжает через магнит, чтобы заехать на светофор и выехать, то есть, ну, это занимает некоторое время, если вы опаздываете, то это однозначно, ну, для меня минус. Также пешая доступность. Пешеходного перехода нету прям вот на Амском шоссе, да. И вам приходится дойти до Магнита, либо до Восточного рынка, чтобы перейти на ту сторону. Ну, грубо говоря, даже, чтобы сесть на автобусную остановку. Это, кстати, вопрос к администрации города. Когда начнут появляться нормальные светофорные перекрестки и нормальные пешеходные переходы на Амском шоссе? То есть это обязательно уже давным-давно пора делать. Обратите на это внимание. Я считаю, что перекресток на жилом комплексе времена года намного загружен, более чем на 50%, чем перекресток на где магнит. Грубо говоря, может быть, они не хотят делать там светофор, потому что, ну, так, там не, маленькое расстояние. Я был в больших городах, Илья, и там через небольшие расстояния. Просто даже не перекрестки, а пешеходные переходы с зеленым, красным светом, понимаешь? Я уверен на 100%, что даже если убрать, ну, сдвинуть тот светофор, который у нас
на этом, на магните, потому что с магнита не так много выезжает людей, как с... Не, надо говоря. и там делать, честно. Ну, вообще, да, и делать пешеходные переходы, потому что это немножечко неудобно. Да, по поводу магазинов, за все время, которое я здесь жил, здесь был маленький ларек, в котором реально стояла очередь, он был недалеко. Там, в принципе, было все. Ну, он стоял буквально 2 месяца в летний период, потом по каким-то причинам его убрали. То есть, да, единственный ближайший магазин в первой половине – это «Магнит». Единственный ближайший магазин во второй половине – это начало, грубо говоря, домов Паркова 64, который называется «Радуга» и «Пятерочка». И до них, я вам скажу, идти не близко. То есть, ну, грубо говоря, ну, хочется, полкилометра, да, хочется же там первую необходимость, там мыло или что-то такое, если закончилось, не хочется идти там, грубо говоря, полкилометра. Да, у меня есть машина, да, как бы для меня это совершенно не проблема. Ну, я думаю, что 50% жильцов все-таки живут без машин, и кто-то кому-то, ну, кто-то определенно там, у кого-то нет прав, кто-то не любит там ездить, кто-то любит ездить на велосипедах. Ну, пешая доступность до такой... Короче, да, маленького ларёчка с магазинчиком, да, вот, ее как бы сейчас нету, да. Хотя бы на 4 дома, там, 1-2 коммерческих помещения, мне кажется, этот вопрос бы решил. И я думаю, что, ну, все равно застройщикам надо хотя бы какое-то небольшое внимание уделять коммерческим помещениям. Это не то, что даже как бы хорошо, это очень удобно для жильцов сделать какой-нибудь один там продовольственный. Я там не говорю, что там какой-то хузмак или все такое, просто обычные продукты, где можно там соль, сахар купить, булочку хлеба там свежего. Как бы, в принципе, так. По минусам еще, ну, по дорогам очень сильно, на самом деле, гоняют здесь. Я здесь, когда жил, ну, прям вот носится. И, аварии часто здесь, да, бывают. Да, да, да. В самом жилом комплексе, где очень много детских площадках, но это больше относится к людям, и, а не к застройщику, да. Лежачие полицейские нужны уже сейчас. Однозначно, лежачие полицейские. Ну, и, может быть, несколько там знаков, там, главная дорога, и уступи дорогу, потому что, как показала практика, немногие знают там, что там, ну, правила правой руки, и просто выезжают, даже не смотрят по сторонам. Из-за этого случается авария, а здесь дети и все остальное. Как бы, ну, хотелось бы, как бы, чтобы немножечко там поцивилизованнее это было. Ведь многие проезжают по этой прямой, думают, что это главное, и забывают о том, что когда отсюда, да, вот это, о чем он говорит, выезжает машина, а ты едешь вот с этой стороны, у тебя с правой стороны, да, помеха справа, потому что знаков нет. Вот из-за этого случаются аварии. Да. И люди думают, что они правы. То есть они прям несутся. Тут, грубо говоря, там, ну, 60 километров для людей во дворе – это не скорость. Я на самом деле вам говорю. Так, что еще хочется сказать? Наверное, о минусах мне как бы больше нечего сказать. Также, ну, опять же, к людям это относится, то, что все занимают. Я много раз видел, вот, может быть, мы сейчас днем смотрели то, что вот... Ну, сейчас вот нету, эти, вот, пожалуйста, вот эти, да, узкие. Нету. Летом и вечернее время заставлено в 2 ряда, не может проехать скорая помощь, а вот эта сторона парковочная, то есть, ну, там просто очень много мест. И это все-таки к ленивости, к людям, к ленивости относится то, что они не могут там пройти там лишние там, нет, 50 честно, метров. Вот из-за этого мы все время, кстати, спорили, я говорил, я вот сколько приезжаю, ни разу не было. У нас были те, кто парковался перед подъездом, пару раз мы на них написали как бы заявление, пару раз в соцсети опубликовали, потому что, ну, люди должны понимать, что так нельзя делать. То есть подъезд — это для маломобильных граждан и подвоз каких-то там нужных вещей. Может быть, скорая приехала, кого-то будут выносить на носилки, а не чтобы вы припарковали в подъезде свою машину. Запомните об этом, потому что я ярый противник вот этой вот всей фигни, то есть перед подъездом не должно стоять машина. И ни разу я не видел, чтобы машины в 2 ряда парковали, чтобы кто-то не мог проехать. Потому что, на самом деле, это правилами запрещено, и да, вплоть до лишения прав, если вы блокируете проезд, тем более там других машин. Это тоже легко, просто сфотографируется, снимается, отправляется, и все, давай, до свидания. То есть надо вам, не надо было, меня это не интересует. То есть мне тоже надо. Почему ваше надо должно быть выше моего? Да, ну и в целом хочется подытожить. Все-таки... Минусы есть везде, идеального ничего не найдешь. Хочется там все и сразу, но таких мест не бывает, я считаю. Ну, что-то все равно будет не так. И поверьте мне, я жил в каскадовских домах, я жил в домах Фройда, я жил в домах Гаммы. И как бы я там что ни говорил про времена года, именно времяпровождение, именно вот жизнь, сам уровень жизни мне больше всего понравился во времена года. Да, здесь чуть-чуть хуже озеленение, но на него мало когда обращаешь внимание. То есть, ну, оно как бы для глаз хорошо, а для какой-то вот, ну, человеческой там жизни оно, ну, особо там как бы не влияет. Ну, просто красиво и красиво. Да, хочется там это все. Ну, это уже дальше, да, в руках жителей домов, я думаю. Управляйка, вот здесь мы просто смотрим, березы посадила. Я прям был очень удивлен. У нас всего лишь розы растут во дворе. Хотелось бы деревьев. Я думаю, в дальнейшем можно будет собраться домом и все это сделать.
Да, и все-таки подытожу тем, что я жил в пятиэтажном доме. Это круто. Это очень круто. Я никогда не ждал лифта. У меня было мало соседей на этаже. Там один человек со мной жил, грубо говоря, в моем крыле. Тихо. Квартиры, то есть соседей я особо не слышал. Может быть, потому что их не было. Грубо говоря, я вообще никаких либо неудобств в этом плане вообще не чувствовал. А самый главный плюс, который мне понравился, все-таки я ощутил на себе, как круто, когда управляющая компания собственная. То есть тебе не надо звонить там в управляющую компанию, которая находится, хрен пойми где, в какой-то части города, чтобы один сантехник на все 150 домов там бежал к тебе там через 3 дня. Только все вопросы решаются за 15 минут. Управляющая компания занимается только этим комплексом. И то есть сантехник, электрик, все решается, то есть, грубо говоря, в телефонном разговоре. Нету никаких проблем. Коммунальные платежи. У меня не выключался никогда кондиционер там летом и все остальное. У меня больше 2500 за однокомнатную квартиру, 37 квадратных метров. Никогда не выходило. Я могу сказать, что у меня сейчас по средним за прошлый месяц насчитали 2600. То есть, отопление вроде бы было посчитано. Я там чуть-чуть включал, чтобы проверить систему, все ли работает, и выключал. То есть, по-моему, без отопления 2600. Это было 1200, это содержание дома всего платится. Все остальное мне 1400 насчитали по средним счетчикам. То есть, там, у меня по факту вообще 1200 должен было примерно заплатить. Да, у тебя 1200 содержание дома, у меня там в районе 700 с копейками. 800, что это по квадратным метрам, да, считается. Я думаю, все... комплексе мы, наверное, максимально уже и плохо, и хорошо рассказали. В целом... Давай смотреть квартиры. Отличный комплекс. Давайте смотреть квартиры, давайте смотреть на цены. Так, друзья, если у вас есть чего добавить, это очень важно, пишите в комментариях, потому что мы обязательно прочитаем. Если есть запросы на какие-либо ЖК, вы тоже пишите, потому что будем для вас снимать, и будет очень много видеосюжетов. Но сейчас давайте посмотрим на предложение, которое здесь есть. И вы очень удивитесь от цен, потому что ценники подросли. Первую планировочку, которую мы посмотрим, это будет у нас осень, ЖК, времена года, 7-й корпус. Что за планировка? Это самая маленькая планировка в жилом комплексе 1, 2, 3, 31,5 квадратных метра. И начнем мы с ней. Есть везде вот такие домофончики, доступ. Здесь очень тепло. Да, заходишь, прям тепло. У нас в ЖК тоже здесь расположены велосипеды у жителей. Здесь также есть вот и почтовый ящик. У меня в жизни не было почтового ящика, я сейчас отвечу. Еще так, очень круто, визитница. Что сделали лестницы вот так неполным проемом, но на самом деле намного легче подниматься. На это стоит тоже обратить внимание. Это и по пожарной безопасности, то, что вот так вот лестница реализована, то есть пожарный рукав, либо что-то спустить вообще без проблем. Ну и, собственно, давайте посмотрим еще и на лифт. Лифты выполнены, я не знаю, вот в первых домах такие же лифты были? В первых домах другие лифты, в первых домах ужасовские лифты, а это вот фирма Комнат. Они очень разговорчивы, слушай, а здесь не болтают. У меня лифт точно, я тебе говорю, другой, но он примерно похожий. Здесь тоже зеркало, он таких же габаритов, но сама фирма другая. И этот тише лифт, чем у меня чуть-чуть. Угу. То есть, лифты большие, то есть, в принципе, ездят быстро. Я, честно, доволен. Единственное, у нас кто-то уже покоцал зеркало, потрескался. А здесь вот более поздний дом и все еще цело. Так, давайте на площадке у нас с правой, допустим, стороны, вот если мы спиной к улице, здесь у нас 5 квартир находится. И с этой стороны у нас 6 квартир. Когда мне писали изначально, здесь человейники, да, и, я раньше тоже думал, что это много квартир, у нас есть гораздо больше, а здесь небольшая этажность. И, допустим, вот с третьего этажа очень удобно спускаться вниз. Планировочка вот этой квартиры, которую сейчас мы с вами посмотрим, самая маленькая. Итак, мы смотрим студия самой маленькой планировочки. Расскажи нам про квадратуру. Что да. Смотрите, здесь 31,5 квадратных метров. Она нестандартной планировки. В первых домах студии не было. Это получилось так, что трехкомнатные квартиры мало покупали. И их разделили на... Сделали большую двухкомнатную квартиру и отделили студию. То есть это квартира свободной планировки 31,5 квадратных метра. Что здесь можно сделать? То есть... Мы делали уже в таких квартирах ремонт, сделалась при входе вот такая небольшая перегородочка, чтобы отгородить именно зону, где ты будешь разуваться, где вся грязь будет собираться. Здесь в перспективе появлялся шкаф, то есть здесь, я не знаю, для кого плюс, для кого минус, здесь просто огроменный санузел, но он реально огромный, просто посмотрите сами, это здесь можно, чуть ли не сауну сделать.
По проекту он 4 квадратных метра, но мне кажется, что по факту больше, здесь даже да. больше. Да. В общем, просто видите, тоже такой нестандартной планировочки. Можно зашивать, конечно, выравнивать углы, но можно оставлять так, как есть. Сильно не поиграешься, потому что здесь несущие стены, они как бы совмещены. То есть, получается, с этой стороны может быть зона кухни. Зона кухни, она здесь прям просится, либо угловая, либо небольшая кухня, когда студии больше не надо, можно разместить здесь. Здесь мы уже располагаем обеденный стол, над обеденным столом можно сделать телевизор, а здесь уже зона отдыха. Кому не хватает этой планировки, всегда можно вот это все дело убрать, зонировать, поставить какой-то диванчик, второе спальное место. Ну, она имеет место. Можно не делать, короче, да. Можно не делать, балкон всегда нужен тоже. Здесь у нас балкон сколько квадратов? Балкон, в принципе, почти везде 3,5-4 квадратных метра. Здесь 3,5 квадратных метра спокойно. У нас здесь гладильная доска вставала и еще сушилка. А причем, кто хочет, может оставить ограждение, кто не хочет, как я, может не оставить. Видел и так, и так. Жилая площадь. Сама жилая площадь получается за минусом балкона и за минусом санузла получается где-то 22 квадратных метра. Угу. По цене самое главное. Ребята, у нас нереально повысились цены. Минимальные цены на студии это 2 миллиона 750 тысяч рублей. И поверьте, дешевле цен нету. Еще один плюс. Эти квартиры подходят под госпрограмму, подходят под ипотеку. Вы от 5% можете взять эту квартиру в ипотеку. Это ну, довольно очень хороший бонус, потому что почти нигде не возьмешь квартиру с госпрограммой. У нас сейчас она, потому что квартиры просто нет. То есть, если у кого-то есть мечта, переезд на юг, то есть ипотеку вы помогаете без проблем. С минимальными процентами в этом жилом комплексе, пожалуйста, да. Причем еще знаете, что хотела сказать? То, что вы приобретаете квартиру в данном доме с ипотекой, с господдержкой. То есть, потому что она числится до сих пор на застройщике, а в основном ипотека с господдержкой распространяется только на строящиеся дома. Это очень большой плюс. Друзья, самое главное, смотрите, мы показываем квартиры в разных домах, но на основании их вам будут сделаны предложения. Если вам какая-либо планировочка понравится, обращайтесь к Илье, и он вам скинет уже все возможные варианты, которые здесь есть в этом ЖК. Ну и, соответственно, с разбегом по цене, потому что есть квартиры не только от застройщика, есть квартиры еще от инвесторов и есть от тех людей, которые здесь живут, ну, может, по каким-то причинам продают. Потому что ЖК, он сам большой, но планировки вы все увидите в этом видео. Планировочка у нас зеркальная, но давайте ее с вами посмотрим. Еще квартиру, которую мы вам покажем, планировку, чтобы да, правильно воспринимали, это однокомнатная квартира. И Илья нам расскажет более подробно о ней. Да, это квартира с свободной планировкой площадью 37,3 квадратных метра в общем с балконом. Без балкона она 33 квадратных метра. Здесь уже мы можем разделить ее по зонам, сделать кухонную зону из перегородки. И сделать зону спальни. Также возможность есть вот здесь вот сделать гардероб спальню уменьшить. То есть ну, квартира на самом деле функциональная. Очень много здесь переделанных ремонтов. И некоторые люди оставляют студию, зонируют ее. Некоторые люди ну, то есть делают однокомнатную квартиру. Кто-то даже делает кухню-гостиную большую и небольшую комнату. Но она получается без света, без окон. Здесь санузел у нас поменьше, вот здесь санузел у нас 4 квадратных метра, а на той квартире я проговорился, он получается 5 с копейками. Спокойно встает ванна, спокойно встает и стиральная машина, и сам туалет, и получается раковина. Сам жил в такой планировке, у меня никаких стен не было, у меня была полностью, ну то есть кухня и неогороженная спальня. То есть как студия была сделана? Да, то есть в однокомнатных таких квартирах очень легко заходить, делать ремонт. Все как бы очень просто. Ну, такой балкончик. Сколько у нас балкон квадратов? Балкон 4 квадратных метра здесь. Сама вот жилая зона. Жилая зона вместе с санузлом 33, без санузла 29 квадратных метров. Что хочется отметить, кстати, плюс застройщика, то что у них предчистовая отделка намного ровнее, чем в других жилых комплексах. Например, там в Черном море, в той же привилегии от каскада, приходилось не раз переделывать именно штукатурку. Ни разу не видел, чтобы здесь как бы мы переделывали штукатурку, что очень сильно завалены стены. Смотрите, вот откосы сделаны неплохо, то есть они заглажены хорошо, но здесь металл.
То есть я у себя выбиваю, вы можете посмотреть, что он здесь уже ржавеет. Вот это вот косяк этого застройщика. Потому что, ну, уголки надо менять. Вот мы возьмем, здесь тоже угол, вот вам металл, металл ржавеет. То есть, ну, это не затратно, то есть, когда вы делаете ремонт, вы просто выбиваете уголок и меняете его на пластик. Но это неприятно. Неприятно, да. То есть, это причем везде, я у себя делаю то же самое. Я на видео снимал, даже трансляция у меня была, я разбиваю полностью все углы, достаю оттуда уголки. Потому что, ну, других вариантов нету, могли использовать бы и пластиковая электрика. То есть у нас и завод просто квартиру, да, это на каждой также квартире, чтобы не бегать, не рассказывать, и вешается такой ящик. Это все снимается, вешается свой ящик, и делается разводка самостоятельно. Стены здесь оштукатурены. Если вот вы заходите в такую квартиру, да, грубо поменяли эти уголки, посадили на шпаклевку, поклеили обои, вы здесь уже можете жить образно. Вам еще останется, ну, только в санузле сделать, да, какие-то мероприятия. Свет, мы когда заходим в санузел, да, вот что понравилось, то что здесь стены не оштукатурены. Каждый штукатур, ну, каждый человек, который занимается самозваном, вам скажет о том, что это большой плюс, потому что сам под себя сделал штукатурку и уложил уже в плиточку, чтобы она была идеальна. И здесь у нас также есть вводы для горячей и холодной воды уже с счетчиками. То есть на некоторых квартирах они даже уже идут с пломбировкой, на некоторых, вот как здесь, их надо будет отдельно пломбировать при покупке квартиры. И также мы имеем выводы для полотенчика. То есть, ну, это по стандарту идет. Единственное, что еще можно было, конечно, ниже опустить воды под санузел, да, то есть под 110-ю трубу, именно под канализацию. Но, в принципе, так как вы будете подымать все равно, да, тут, видите, нету даже не залит именно. Примерно 5 сантиметров. Да, то есть 5 сантиметров будете подымать вверх пол, сами здесь его делать, как вам надо, чтобы сделать по полу разводку под воду, например, да, то есть, не знаю, почему они, в принципе, не заливают здесь, главное, что штукатурку не делают, то это, в принципе, ну, приемлемо. То есть никаких эксплуатационных моментов я не испытал каких-то трудностей. Здесь у вас также имеется вытяжка. Это тоже очень важно. И работает она, в принципе, хорошо. У себя я проверял. Собственно, все, можем идти смотреть. А, цена? Да, смотрите, у застройщика, это самая популярная планировка, у застройщика вы можете приобрести такую квартиру за 3 миллиона рублей, это переуступка, на данный момент именно квартир, которые подходят под госпрограмму, у нас не осталось. У нас в компании вы можете от 2 миллионов 850 рассмотреть такие варианты, и есть две квартиры с ремонтом, это минимальная цена, за 3 миллиона 200 тысяч вы уже можете приобрести квартиру полностью с ремонтом, с электрикой, ну, полностью под ключ сделанным ремонтом. Где хотите жить? Да, поэтому как бы выгоду сами понимаете, за 200 тысяч, если вы купите квартиру за 3 миллиона, вы ремонт не сделаете, поэтому вот пока люди, которые продают, видимо, с ценами немножечко еще не совсем ознакомлены, есть такой вариант, что за 3 миллиона 200 тысяч можно купить квартиру. Посмотрим двухкомнатную квартиру 63,4 квадрата. Сейчас мы с вами смотрим 63,4 квадратных метра. Это двухкомнатная квартира. То, что вы здесь сейчас видите, это как бы несущие стены, их передвинуть не получится. То есть у нас получается вот коридорчик такой с сосиской, и с правой стороны только узенький, может, какой-то шкафчик, но в основном это неиспользуемое пространство. Рассказывай о комнате. Все правильно сказал, это, можно сказать, как переплачиваемые квадратные метры. Грубо говоря, если бы мы сместили входную дверь чуть-чуть ближе, то, в принципе, ничего бы не поменялось, потому что, ну, то пространство мы задействовать полезной площадью не можем, потому что, ну, самое там минимальное даже шкафы, мне кажется, сюда не встанут. Ну да ладно. Планировка 63,5 квадратных метра. Вот он у нас санузел. Санузел 4. Санузел 4 квадратных метра. Также. Также вытяжка, 3, вода 9, под водом, да. То есть все именно такое. Ага. Вот здесь, смотрите, изначально по проекту, вот здесь у нас как бы перспективно была вот эта вторая мокрая зона, второй санузел. Здесь на данном этапе его нету. Ну и я считаю, что как бы вот на самом деле здесь свободная планировка. Если вам надо гардеробную, либо вторую, там как бы на самом деле его здесь можно сделать. Что дальше у нас идет? Одна комната. Здесь у нас большая комната 17 квадратных метров, 16,9. Она с окошком, то есть в принципе квартира позволяет нормально поставить кровать, и будет проход с левой стороны.
То есть стены вы ставите сами, то есть перспективные планировочки? Все квартиры, да, все квартиры в жилом комплексе Времена года сдаются со свободной планировкой. А здесь, ну, как бы, грубо говоря, чтобы вы понимали, вот он вход в эту крупную квартиру, которую мы только что смотрели. Все то же самое, только добавилась еще одна комната. То есть, ну, квартира только что, которую мы смотрели. То есть здесь в перспективе у нас первая кухня, здесь вторая комната и еще одна комната. То есть это одна из планировок двухкомнатных квартир, они у нас начинаются 52, 58, как у тебя, с большим балконом, 60, при которой сейчас, и есть еще 74 квадратных метра. Так, мы балкон еще здесь не показали, давайте посмотрим. То есть здесь маленький балкончик на кухне, ну, получается, именно как и в той квартире. То есть также с ограждениями выполнены окошки, все. И стоимость. Да, друзья, я предлагаю во все двухкомнатные квартиры нам не заходить, а посмотреть после этой сразу трехкомнатную. А если вам интересны планировки, за более подробной информацией, звоните мне, я вам обо всем расскажу, все вышлю, съездим, посмотрим. Смотрите, в продаже минимальная двухкомнатная квартира 58 квадратных метров у нас по цене 4 миллиона, квартира 63 квадратных метра у нас 4,5 миллиона и 74 квадратных метра у нас получается, и 74,5 квадратных метра у нас получается по цене 4,900. Опять же говорю, цены от застройщика, цены каждый момент меняются, то есть можете позвонить к нам в отдел продаж, и мы подберем вам по переуступке, либо уже по договору купли-продажи от инвесторов, либо уже от собственников, варианты, которые есть, всегда чуть-чуть подешевле. 58 квадратных метров, это планировочка точно такая же, как у меня, но немножко по-другому расположение единственное. Так. И вот, вот допустим, варианты, как решить можно, допустим, эту площадь. И вот это у нас уже получается 74,5, это самая большая двухкомнатная квартира. Ну, вот это варианты ее решения, да, то есть как предлагает застройщик расставить перегородочные стены. Да, тут уже интересно, можно сделать и кухню-гостиную, и как евро-трехкомнатную квартиру, чтобы у вас была кухня с вариантом проживания там нескольких лиц и две полноценные комнаты. Пойдемте в трешку. По виду у нас трешка, общая площадь 86,3 квадратных метра, это с балконом, 79 это без них. И вот так вот застройщик предлагает решить данное пространство. Ну а теперь давайте посмотрим ее целиком. Пороги в трешку. От предыдущей двушки она отличается, наверное, тем, что здесь нет этого тупого длинного коридора, да, который мы наблюдали с вами до этого. И тут тоже, может быть, кому-то даже удобнее будет коридором, когда вещи можно повесить. И рассказываем. Ну и немножечко, да, колонны там вот здесь стояли, а здесь вот так. Она. Получается, да, она почти такая же, как та предыдущая двухкомнатная квартира. Единственное, добавилось пространство для второй комнаты. Наверное, в чем хорошо? Вот все большие планировки, мне кажется, должны быть свободного типа, потому что, ну, вот здесь на самом деле можно разгуляться и сделать что душе угодно. Застройщик предлагает вот здесь сделать перегородку и вход в одну небольшую спальню. Вот здесь будет место у вас под шкаф, вот здесь вход, ну, в такой огромный, такой, я скажу, зал, почти 18-19 квадратных метров, и выход уже на балкон. Давайте посмотрим размер балкона с этой стороны. То есть небольшой, причем, видите, целиком по кругу стеклом. Такая вот здесь заглушка имеется. То есть вполне себе нормальный балкончик из зала, так сказать, курилочка и так далее. Вот эти стены, они закладываются по-любому, то есть выравниваются. И здесь мы можем увидеть санузел. Давайте, чтобы я сквозь стену не ходил. Да, смотрите, ребят, кому как удобно. Кто-то делает здесь себе гардеробную, кто-то оставляет второй санузел. Ну, я считаю, что в трехкомнатной квартире на самом деле будет много людей проживать, и поэтому, ну, второй санузел просто необходим. Если ты даже в двухкомнатной квартире себе, ну, раздельно сделал, раздельный, да, санузел, то в трехкомнатной я, ну, считаю, что это прям необходимо. Ой, прошу прощения. Здесь, опять же, мы входим как будто в однокомнатную квартиру, 37 квадратных метров, это у нас зона кухни и зона второй комнаты. И абсолютно такой же санузел, 4 квадратных метра, как и везде. Смотрите, очень много людей
которым понравилась эта планировка, чтобы из нее сделать двухкомнатную квартиру. То есть вообще шикарно. Там оставить две комнаты и здесь сделать кухню, гостиную, зал, все что угодно. Тут, ну, беговые дорожки можно поставить. Но, то есть вот именно в данной вариации, если у вас не очень большая семья, разнополые дети, то я считаю, что это, ну, очень круто будет. И тогда у нас и гардеробная, и санузел, две комнаты, и просто огромный холл. Ну это прям вот реально, то есть кухня мечты, то есть там зона отдыха, здесь хорошую кухню поставить, батарейки там можно куда-нибудь посмещать, допустим, ну, как говорится, тут можно поиграться хорошо, и плюс две комнаты вполне себе большие, одна из которых будет и с балкончиком, здесь у нас еще один балкон, кстати, вот мы сейчас с тобой находимся, машина поехала, пытался показать, что ну как бы не особо там что-то с улицы доносится. Ну, можете, приоткрыть. Ну, понятно, то есть, что если окна открыты, но надо показывать, что окна даже, это, ну, как сказать, не лучший, так сказать, вариант решения, неплохие, но не лучшие, да. И звукоизоляция, в принципе, здесь хорошая, даже если вы будете брать с видом на дорогу. Ну, в общем, самое главное, почем? Да, данная квартира от застройщика предлагается за 6 100 000 с копейками там небольшими. Опять же, как всегда, можно найти немножечко подешевле. Не прям говорю, что точно, но всегда есть вариант подыскать, с кем-то поторговаться и сделать вам намного больше приятного, чем, грубо говоря, вы просто эту квартиру купите. Что хотела сказать, опять же повторяю, что квартиры подходят под госпрограмму. Квартиры в данных домах подходят под госпрограмму. Это очень большой плюс, что вы можете взять их в ипотеку. Так, ну а теперь самое главное. Смотрите, друзья, во-первых, если остались какие-то вопросы, запросы по планировкам, то есть мы не показали там некоторые из них, в принципе, мы самые популярные озвучивали и показали, и по ценникам, то есть пробежались, но вдруг какие-то вопросы остались, есть вообще вопросы по любым вариантам там риэлторской деятельности, что включает, да, или там по ремонту, по продаже, покупке. Номер телефона, во-первых, или есть в описании, я думаю, что будет и в названии. Также там будет ссылочка на его канал, в котором мы будем выпускать где-то, наверное, 2 раза в неделю видеосюжеты с ответами на ваши вопросы. То есть, либо делать какие-то подсъемки по вашим запросам. То есть, если вы интересуетесь покупкой жилья в Анапе, сделать ремонт вам надо, обращайтесь. Все ваши, говорится, пожелания будут учтены. И надеюсь, что мы с вами в скором времени станем соседями, если вдруг вы будете покупать ЖК времена года. Ну, а также буду рад становиться соседями с вами по городу. От души главное. Переезжайте и берегите природу, мать вашу. Тебе спасибо. Вам спасибо. Спасибо вам за просмотры. На самом деле, должно получиться очень познавательное видео и с ответами на вопросы, и, в принципе, о комплексе и планировке показали. На этом все, но мы не заканчиваем. Мы будем снимать много-много чего интересного для вас. Также напишите в комментариях, что бы вам хотелось, чтобы мы сняли. Абсолютно на любые темы мы открыты, готовы с вами поговорить и поделиться. На этом все. Всем да, пока. Вы подумайте просто, может, вам интересно узнать про ипотеку. Да, он озвучил. Мне, допустим, стало интересно 5%. Серьезно. То есть это прям звучит интересно. От 5. От 5%. То есть, ну, опять у тебя от. Нет, нигде этих от. Меньше 5, именно 5 прям нету. Но вот некоторые банки прям дают сейчас очень хорошие условия, очень хорошую ставку. То есть, может быть, вам эта тема интересна. В общем, подумайте, пишите. Всем пока, хорошего настроения. Встретимся в Анапе.